поступило по скорой медицинской помощи ургентно. Двое пострадавших. Один парень 21 года, студент выше Одесского. И второй мужчина 47 лет. Поступил также в тяжелом состоянии, оба больных. Тоже по скорой помощи. Один поступил парень в 22 часа, второй 23:30 ночью. Есть отравление угарным газом. И помимо этого еще вот мужчина, есть ожог пламени в второй АБ степени, 50% поверхности тела. Весь комплекс необходимых мероприятий сразу же при поступлении был выполнен. Он максимально обследован вовремя. Сразу же начата инфузионно-противошоковая терапия. Перевязаны. И сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии в отделении блока интенсивной терапии за ожогами больными. Ну, наиболее тяжелый – это мужчина, который имеет, помимо отравления продуктами горения, ожога дыхательных путей, еще и ожог пламенем 50%. Он наиболее тяжелый. Вот. Второй парень менее тяжелый. Все, что необходимо, они все, вот этот комплекс, все выполняется. Инфузионная терапия, кислородотерапия, вот эти перевязки. Вот. Дополнительные исследования, рентген, кардиограмма, биохимия крови.